мы находимся в how name this place? The king of fish. Король рыбы. Короче, мы заказали вот такие с кальмаром. Это что, тоже? The same? No. What is this? This is calamar. Кальмары. This is shrimps. And this is octopus. Осьминог, кальмар и креветка. Ага. This one? It's calamar. Кальмары, хорошо. Специальный соус. Баклажаны. Баклажаны. Бетанже. Yes? Да. Так, мы сейчас это все попробуем, а потом проверим счет. Так, нам принесли уже счет. 23. Короче, это все написано в ливанских деньгах. $23 стоил наш весь ужин. Так, место называлось Салак. Салак Малак, вот так вот. Находится оно в Бейруте, да? В Бейрут? Да, находится оно в Бейруте. Заказали мы, вы видели, что там были кальмары, креветки. Что еще? Кальмары, креветки. And... Крабы. Да, крабы. Составил $23 где-то наш ужин. Честно вам скажу, по-моему, это было все на один вкус. То есть особой разницы я как бы не увидела, но довольно-таки сытный, и ужин получился, по-моему, дешевле даже, чем мы были в горах, в горном Ливане. Поэтому, в принципе, можете прийти попробовать, если вы любите морскую еду, да, морскую кухню, то, в принципе, почему бы и нет. Окей, мы тогда сделаем репортаж следующего места. Всем пока-пока!